подходит к концу очередной театральный сезон. Каким он был для муниципального театра «Самарская площадь»? Благодаря чему сам театр стал для самарчан по-настоящему семейным? И что ждать зрителям от творческого коллектива «Под занавес»? Об этом и многом другом рассказывает исполнительный директор театра «Самарская площадь», заслуженная артистка Самарской области Наталья Носова. Смотрите программу «Город С» 3 мая в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».